Я еще хотел, конечно, сказать несколько слов, то, что вот вы видели, и жалко, что нельзя было откомментировать каждую девушку, потому что вы видели, опять же, тренды сезона и тренды компании. Платья-футляры, которые выполнены в морской теме, видели темно-синие, цвета неви, усики, юбочки, карандашики с пуговичками, очень красиво, как раз как капитанская тема, где вот девушка себя видит и чувствует как морячку, да. Эти красивые топы, белые, синие, в которых вышивка пайетками, как рубашка матроса, то есть вы видели, как вот завязанный галстучек на ней, да? Плюс, когда это все можно одеть с вашей одеждой, которая есть уже в вашем гардеробе, с жакетами, с бомперами, которые точно так же здесь есть. Плюс это все одевается с брюками. Вы видели плиссированные юбки. Плиссированные юбки – это точно так же тренд сезона. Это очень красиво, это очень женственно. И поэтому вы можете предлагать своим смело клиенткам, потому что в этих вьющихся складках все красиво прячется. Походка становится более нежная, грациозная и женственная, потому что оно вьется, оно привлекает внимание. Самая главная задача, чтобы наша задача как дизайнер, дать вам красивый продукт, который делает вашу клиентку женственной, привлекательной и очень-очень, знаете как, сексуальной. Мужчинам очень нравится это слово, и женщинам тоже, и они всегда думают об этом, как бы себя так немножко еще. Сексуальность – это не значит разрезы до талии или вырезы глубокие до талии. Не в этом, то есть не в разголении. Если бы было бы время, я бы вам сказал бы, ну, такое легкое, как сказать, нет, провел бы маленькую лекцию по годам. Потому что каждый как бы ищет свое видение в этой одежде. И если вы не можете найти какое-то, вот есть латышское слово хорошее, а русское слово какое-то не могу добрать. То есть если вы не можете найти себе подходящий комплект, вы должны всегда обратить внимание на то, сколько вам лет. И если вы боитесь одеть что-то, вы всегда думаете, я могу стать моложе, правильно соединяя изделия. То есть не в классическую сторону, это вот запомните всегда, не в классическую сторону, а именно в динамичную. Одна классическая вещь, то есть жакет, допустим, классический, а брюки, топ, блузка или юбка должны быть более современные, более модные. Тогда всегда вы будете выглядеть свежо, современно и женственно. У вас будет возможность посмотреть там в коридоре все эти изделия, потрогать качество ткани, увидеть пошив, увидеть все эти принты вживую и, конечно, порадоваться за то, что сделали для вас все эти дизайнеры. На сцену приглашу Михаила, чтобы он дальше дал ЦУ. Знаете, я предлагаю поаплодировать Александру. Спасибо большое за прекрасный комментарий. Большое спасибо вам, что вы пригласили, дали возможность наговориться вдоволь с этими прекрасными женщинами, которые здесь в зале и толкают прогресс вашей компании и, естественно, моды. Александр, у вас впереди будет такая возможность. Дело в том, что, конечно же, сейчас, после такого жаркого запуска, я думаю, что будет очень здорово, если мы с вами сделаем перерыв. В действительности, в поле стоят модели. Я вас очень прошу, пожалуйста, оставьте их живыми.